23 мая в Каспийске стартовал первый день одного из самых колоритных мероприятий республики. Это 24-я российская выставка племенных овец и коз. Она проводится с целью пропаганды передового опыта ведения племенного овцеводства, улучшения племенного дела, широкого распространения и внедрения опыта передовых хозяйств и научных достижений. Началось мероприятие с яркой концертной программы и выступления местных пахлеванов. Выставки принимают участие более 60 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз и сельхозтоваропроизводителей коммерческого поголовья из 12 регионов России, которые представляют более 400 голов овец и коз. Почетными гостями выставки стали представители госструктур города, министры Республики Дагестан, председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, представители администрации Каспийска, исполняющий обязанности главы города Арсен Шерифов, заместитель главы Гусейн Ункилов, председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов, его заместитель Аза Алиева и многие другие. Для дагестанцев овцеводство – это традиционный уклад жизни и важнейшая составная часть культуры. Дагестанская баранина известна в большинстве регионов России и за ее пределами. Уважаемые друзья, сегодняшняя выставка – это прекрасная возможность обменяться опытом, продемонстрировать передовые достижения в отрасли. А главное, жители и гости республики здесь могут увидеть труд овцеводов российских регионов и отдать дань уважения тем, кто занимается этим нелегким трудом. После церемонии открытия гости выставки отправились знакомиться с разными породами животных. В ходе экскурсии посетители узнали об особенностях следующих пород. Советский меринос, манычский меринос, джалгинский, черноземельский, ставропольская, российский мясной меринос, артлухский, сапинский и многие другие. Делегация была приятно удивлена подготовкой приезжих и местных пастухов и фермеров, которые любят свое дело и вкладывают все свои силы. Решили всем собранию депутатского корпуса пройти посетить наше мероприятие, которое проходит у нас в городе Каспийске на Анжи-арене. Очень много интересного, очень много интересных пород. Очень отрадно, что наши дагестанцы именно разрабатывают, селекционируют и выдают такие породы овец, которые могут проживаться в наших горах, которые дают и много мяса, и много молока. Очень много интересных продуктов. Недалеко от главных героев выставки расположились тематические площадки, где жители с разных городов и сел России привезли с собой частичку своего дома и культуры. Так, начальник управления культуры Ахтынского района Кистер Ганиева собрала команду, где каждый участник продемонстрировал мастер-класс по разным направлениям ремесла своего района. Это у нас, значит, ковроткачество. Представляет наша мастерица Демирова. Вот такая хорошая женщина. Вы сейчас что делаете? Пару слов буквально. Посмотрите. Ахтах 2024. Обратите на это внимание. Она ткет, значит, ковер. Это, значит, наши лезгинские вот платки, форма. На манекенах тоже лезгинская одежда. Это чистка, значит, изготовление пряди, изготовление шерсти. Это как бы процесс. В конечном итоге продукт, значит, у нас изготавливается чувяки. Кроме того, здесь абсолютно бесплатно можно отведать национальное блюдо разных районов России, купить сувенир и освоить новое ремесло. Отметим, что выставка будет проходить до 25 мая включительно.